Приветствую вас во второй части по вязанию детского реглана. Итак, в первой части мы с вами связали вот такую замечательную кокетку, которая состоит из 5 раппортов узорчика. И мы остановились на 5,5 раппорте узора. Сейчас мы будем вязать 5 ряд, то есть вторую часть 6 раппорта узора в высоту. Итак, кромочную снимаем и дальше вяжем 5 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Связали нашу планочку и сейчас будем начинать вязать раппорт узора нашего 5 ряда. Как вы помните, 5 ряд мы начинаем с 5 лицевых, поэтому вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 3 петли из 3. Захватываем 3 петельки, вяжем лицевую, накид и лицевую отсюда же. Повторяем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 из 3. 3 петли вывязываем из 3. Лицевая, накид и вторая лицевая отсюда же. То есть в шахматном порядке по отношению к нашим уже провязанным рядочкам. И теперь повторяем снова. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 3 из 3. Вот так мы будем продолжать до тех пор, пока не дойдем до центра спинки. Я сейчас вам покажу, как это выглядит. Смотрите, так и продолжаем. 5 лицевые, 3 из 3, 5 лицевые, 3 из 3. До тех пор, пока мы не дойдем до уровня вот этой центральной булавочки, которую мы отметили по центру спинки. Довязали до центральной булавочки, и у нас получается закончилось 3 из 3, 5 лицевых. Дальше идет 1 лицевая на уровне между 2 и вот этой первой лицевой у нас булавочка. И если мы посмотрим на предыдущие провязанные полраппорта, то есть на предыдущий вот этот ряд узора первый, у нас здесь 4 лицевых, а должно быть 5. Вот как раз таки, где мы хотели сделать прибавление с правой стороны, мы будем его делать сейчас. Как мы это сделаем? Всегда мы провязываем 3 петли из 3. Сейчас мы провяжем то же самое, только из 2 петелек. Захватываем всего 2 петельки. Вяжем лицевую, делаем накид и вяжем лицевую отсюда же. То есть мы связали из 2 лицевых 3 петли. Тем самым сделали прибавление. Дальше вяжем, продолжаем, как всегда, 5 лицевых, 3, 4, 5 и 3 из 3 уже как обычно. То есть сейчас я вам покажу, что у нас должно было получиться. Мы как бы завершили наш раппорт узора в ширину. У нас не хватало одной петельки. Было вместо 8 петелек 7, то есть 3 и 4. Вот они, 7 петелек. Сейчас мы сделали из них 8 петелек, провязав из 2 петель 3 петли, как обычно. И так до конца ряда нам нужно провязать, формируя уже до конца, скажем так, 5 ряд раппорт узора. Сдвигаем в шахматном порядке, посмотрите. Наши 3 из 3, то есть звездочки, как у нас было на вот этой передней полочке. Вот так у нас начинается спинка вывязываться. И у нас ряд начинался с 5 лицевых, поэтому для симметрии он должен и закончиться перед петлями планки. Вот здесь вот 5 лицевыми петлями. Я думаю, что если вы будете вязать и не собьетесь, то у вас все должно получиться. Продолжаем дальше чередовать. 5 лицевых, 3 из 3, 5 лицевых, 3 из 3, 5 лицевых, 3 из 3. И должно закончиться 5 лицевыми, 5 лицевых петель еще на планке у нас будут. Поэтому довяжем этот ряд до конца. Изнаночный ряд продолжаем вязать по рисунку, так как бы мы вязали 6 ряд раппорта узора в высоту. 7 и 8 также вяжем по рисунку. С лицевой стороны лицевые петли, с изнаночной это изнаночные петельки. Довязали 6 раппорт до конца, и сейчас в первом ряду 7 раппорта мы должны будем сделать 3 петельку для пуговички. У нас уже провязано 13 изнаночных рядочков от 2 петельки. Вот, поэтому мы сейчас начнем вязать 7, скажем так, раппорт, первый ряд. И я вам сейчас помогу в начале. Кромочную снимаем, дальше у нас идут 5 лицевых петелек для планки. И теперь мы будем вязать 1 лицевая и 3 из 3 в начале. Затем вяжем, чередуя 5 лицевых, 3 из 3, 5 лицевых, 3 из 3. То есть мы так будем вязать каждый первый ряд
следующего рапорта. А затем в пятом ряду делать смещение, провязав 5 лицевых, 3 из 3, 5 лицевых, 3 из 3. Точно так же у вас должно и закончиться перед планкой с другой стороны 5 лицевых, 3 из 3, 1 лицевая в конце. И затем вам нужно будет остановиться на вашей планочке с другой стороны для того, чтобы сделать третью петельку для пуговички. То есть провязав этот ряд, мы в конце этого ряда сделаем петельку для третьей пуговички. В конце связали 3 из 3 лицевая и дошли до петель планочки. Первую петлю вяжем лицевой, дальше 2 вместе одной лицевой. Сделали сокращение и делаем накид. Дальше довязываем 2 лицевые и кромочная петля изнаночная. Повернув на изнаночный ряд, мы кромочную снимаем и все 5 петелек планки вяжем лицевыми. При этом получаем третью вот такую вот дырочку, петельку для пуговички. И все остальные петельки вяжем изнаночными до следующих петель планки. Как всегда, те петли с другой стороны платочной вязкой лицевые. И это у нас получается сейчас по счету второй ряд рапорта узора. И вы так точно продолжаете вязать третий, четвертый по рисунку. Дальше в пятом сделаете смещение, провязав изначально в начале, скажем так, петелек узора 5 лицевых, затем 3 из 3. 5 лицевых, 3 из 3. То есть продолжаем дальше вязать наш узорчик. Я думаю, что здесь вам остается все понятно. Мы будем так и продолжать делать через 13 изнаночных рядочков петельки для пуговичек столько раз, сколько понадобится, скажем так, для длины нашей кофточки. Вот. Сейчас пока продолжаем дальше вязать вот таким вот узорчиком до нужной длины кофточки, а затем мы будем ее обвязывать. При этом петельки рукавчика мы не трогаем, они у нас так и остаются с открытыми петельками, переодетые на булавочку. Итак, я закончила вязать высоту кофточки, но это еще не полная высота, это еще будет наша обвязочка. Итак, после того, как мы отделили кокетку, вот здесь вот наши рукавчики, начали вязать узорчик, соединив узор на спинке и на полочках, я провязала, получается, от отделения рукавчика до высоты 19 сантиметров. Но это еще не полная высота, вот как раз таки мы сейчас будем заканчивать нашу, скажем так, обвязочку. Начинали мы с платочной вязки, которая плавно перешла на планки, вот такой платочной вязкой, то точно так же мы и закончим, сделаем наш низ. Хотите, можете по желанию, конечно же, оформить резиночкой 1 на 1 либо 2 на 2, но так как я люблю, скажем так, полноценное, полное связанное вот так вот законченное изделие, то я как раз таки буду заканчивать тем узором, которым начинала. Начинала я с платочной вязки, поэтому, следовательно, буду заканчивать тоже платочной вязкой. И чтобы вы ориентировались по количеству рапортов, провязанных нашего узора, от начала вязания узора на полке, вот, я провязала, получается, 12 целых рапортов. Закончила я 8-м рядом 12-го рапорта, то есть довязала его до конца. И сейчас буду начинать вязать, как бы, первый ряд следующего рапорта, но рапорта так такового не будет. Вот, и что касаемо... Здесь вот я, получается, провязала через 13 изнаночных рядочков, снова сделала петельку для пуговички и отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 изнаночных рядочков. То есть вот он наш 11 изнаночный ряд после провязывания, получается, 4 петельки. Почему именно 11? Потому что мы здесь будем делать петельку через 13 провязанных рядочков, и тем самым у нас должно еще быть такое вот как бы окончание кофточки после петельки. Вот так вот я сделала 2 ряда сверху изнаночных рядочков, точно так же и закончу 2 рядами после связанных, скажем так, петельки наши связанные, еще закончу 2 изнаночными рядами. То есть фактически у нас сейчас не хватает 2 изнаночных ряда до петельки 5 снизу. И еще 2 ряда изнаночных я буду заканчивать после петельки. Сейчас мы начинаем вязать. Кромочную снимаем. И дальше полностью все петельки ряда будем вязать лицевыми петлями. Полностью все абсолютно петельки ряда. Последняя у нас кромочная, как всегда, изнаночная. А так абсолютно все первую сняли, последняя изнаночная, все петельки вяжем лицевые.
Довязал первый лицевой ряд лицевыми петельками, поворачиваем на изнаночную сторону и с изнаночной стороны кромочную снимаем. И также все петельки до конца ряда провяжем лицевыми. Последняя кромочная петля у нас изнаночная. Это у нас по счету второй ряд лицевыми петельками. Вам так нужно сделать еще один раз. То есть смотрите, нам нужно связать еще один лицевой ряд и еще один изнаночный ряд просто лицевыми петельками. Связали 4 ряда лицевыми петельками, и с лицевой стороны у нас должны быть уже 2 ряда вот таких вот провязанных изнаночных. И сейчас в лицевом 5 ряду мы также вяжем лицевые петельки до тех пор, пока не дойдем до второй планочки. На второй планочке у нас, как вы помните, через 13 изнаночных рядочков должна быть петелька для пуговички, поэтому сейчас мы уже провязали 13 изнаночный ряд, соответственно, в лицевом ряду нам нужно будет вот здесь делать последнюю пятую петельку. То есть сейчас кромочную снимаем в лицевом ряду, все петельки вяжем лицевые до последних 6 петель лицевого ряда. В конце вяжем первую петлю лицевой, дальше 2 петли вместе одной лицевой, накид, 2 лицевые и кромочная петля изнаночная. Поворачиваем на изнаночный ряд и вяжем все петельки лицевые. Первую кромочную снимаем. И дальше петли планки у нас лицевой, как всегда, идут. Их у нас 5 петелечек после кромочной. И дальше довязываем до конца ряда все петельки лицевые. Последняя петля кромочная у нас изнаночная. И точно так же, уже провязав последнюю петельку, нам нужно с лицевой стороны провязать все петельки лицевыми. Кромочная петля изнаночная, то есть по рисунку платочной вязки. Связали 2 ряда и теперь снова, развернув на изнаночный ряд, нам нужно изнаночный ряд провязать лицевыми петельками и лицевой ряд провязать лицевыми петельками, то есть еще 2 ряда. Довязав лицевой ряд до конца, мы, получается, сейчас находимся в начале изнаночного ряда. По счету это уже 10 ряд у нас, то есть если мы посчитаем, мы платочной вязкой уже связали лицевыми петельками и с лицевой, и с изнаночной стороны 9 рядочков. На 10 ряду сейчас мы начнем закрывать наши петельки снизу. Закрывать можно любым абсолютно для вас удобным способом, я буду закрывать удобным для себя способом. Он мне кажется наиболее здесь подходящий и аккуратно смотрится. Кромочную снимаем, дальше каждую петлю будем вязать лицевой и на нее перекидывать предыдущую. То есть вяжем первую лицевую, затем на нее переодеваем кромочную. Следующую вяжем лицевой, на нее переодеваем предыдущую петлю. И вот таким вот самым простым способом перекидывания предыдущей на последующую провязанную петлю. Мне кажется, такой способ очень простой и аккуратный в итоге. Такой способ вы можете посмотреть в отдельном видео. Я уже записывала в предыдущих видео такой вот способ более, скажем так, подробно, кто не понимает, что я сейчас делаю. И в итоге что у нас получается? Мы провязали после нашей последние петельки 2 изнаночных ряда, как я уже говорила, что мы провяжем 2 изнаночных ряда, и на третьем, получается, также изнаночном ряду мы делаем закрытие петелек. Вот у нас получается достаточно аккуратный уголочек в итоге. Вот так вот, посмотрите, выглядит с лицевой стороны. И мне кажется, что это выглядит довольно-таки симпатично. Конечно, можно здесь использовать способ закрытия петелек, попарно провязывая лицевой петлей 2 петли и перекидывать, провязывая снова попарно. То есть, в принципе, этот способ тоже здесь подойдет, я думаю, так как он с лицевой стороны, также будет выглядеть как изнаночный вот такой вот провязанный ряд платочной вязки. Вот, посмотрите, мне нравится этот способ, то, что он не стягивает, скажем так, нижнюю часть кофточки. Вот такая красивая аккуратная косичка получается с изнаночной стороны. И с лицевой стороны также получается красивый провязанный изнаночный вот такой вот ряд. Итак, закрываем до конца ряда вот таким вот способом. Можете своим закрывать. И приступаем к вывязыванию рукавчика. Перед тем, как вязать рукавчик, нам нужно сделать небольшие расчеты. Я визуально нарисовала вот такой вот рукавчик. Он у меня будет вязаться в круговую, поэтому если вы будете вязать поворотными рядами, то есть туда-обратно лицевые изнаночные ряды, то, соответственно, у вас
к этому, скажем так, числу, который должен по ходу вязания уменьшаться, должно быть плюс одной петли. То есть, смотрите, когда мы дойдем до запястья, у меня это 35 петель. У вас плюс 2, если кто-то вяжет поворотными рядами. Для тех, кто вяжет, как я, по кругу, то, соответственно, у вас вот это количество петель так и остается. Исходя из моей плотности вязания, моей пряжи, моих спиц, у меня в одном сантиметре, мы уже разговаривали об этом в предыдущей части, 2,4 петельки, то я посчитала по количеству рядов, у меня в одном сантиметре 2,63 ряда. Почему настолько точно? Потому что когда я провязала небольшой образец лицевой глади, в общем, по ранее связанному практически петельках на спинке, там, где мы не делали узорчик, то я посмотрела, что у меня в 10 сантиметрах 26 практически с половиной петелек. Поэтому 2,63 я остановилась на том, что у меня в одном сантиметре ряда. Вот, теперь внутренняя сторона рукавчика у нас 21 сантиметр. От этого числа я убрала 2,5 сантиметра. Это у нас будут 2,5 сантиметра обвязка платочной вязкой. Из чего я исходила, что 2,5 сантиметра, потому что у нас мы заканчивали платочной вязкой обвязку края низа, поэтому вот я сразу их убрала, потому что лицевая гладь у нас имеет количество, скажем так, рядочков одну, а плотность вязания платочной вязки немножечко другая. Поэтому вот эти 10 рядочков обвязки я сразу же убрала от 21 сантиметра, ну где-то 21-21,5. Не будем уточнять, скажем так, прям досконально эти полсантиметра. Вот, поэтому я округлила сумму, что у меня должно быть расстояние до начала вывязывания платочной вязки на запястье, скажем так, 19 сантиметров. На эти 19 сантиметров я должна распределить количество убавлений. Теперь, изначально мы бросали на булавочках 51 петельку, то есть 49 петель расширения регланных петелек и, соответственно, плюс 1 петли реглана. 51 петля – изначальное количество петель. Дальше, я решила, что у меня окружность ручки, вот здесь вот, которую я буду оставлять на рукавчике, самая узкая часть рукава, будет где-то 14-15 сантиметров. Ну вот, к примеру, допустим, я не хочу слишком узкий, в то же время у меня ниточка достаточно тоненькая, поэтому я решила оставить вот среднее минус, скажем так, минус-плюс пол сантиметра. То есть я буду брать среднее между 14-15 сантиметров, 14,5 сантиметров. Затем 14,5 я умножаю на 2,4 петли, которые у меня в сантиметре. И у меня выходит, что в 14,5 сантиметров у меня 35 петелек. Почему 35, а не 34 или 36? Почему? Объясню. Потому что изначально у нас нечетное количество. Я решила, чтобы у меня по ходу, скажем так, убавления было, осталось в итоге, скажем так, тоже было нечетное количество петель. Так мне будет проще делать убавления. Соответственно, на 19 сантиметрах, которые мы решили, что уже будет 19 сантиметров длина рукавчика до обвязывания, на котором мы не будем делать убавления, 19 рядочков я умножаю на количество рядочков в одном сантиметре. То есть в данном случае у меня 2 ряда 63, почти 3 ряда, скажем так, соответственно, получается 50 рядочков. На эти 50 рядочков я должна распределить количество убавлений. Смотрите, как понять, сколько убавлений. 51 изначальное количество петелек мы убираем, отнимаем, от них 35 петель. Получается 16 петелек. Соответственно, я буду делать убавления в начале и в конце ряда этого же, то нам нужно 16 поделить на 2 убавления в ряду, получается 8 раз. Мы 50 рядочков делим на 8 раз, то есть на 8 убавлений. В каждом ряду по 2 убавления не забываем. И у меня получается 6,25 ряда. Соответственно, я округляю до 6 рядочков, то есть обратите внимание, что в каждом шестом ряду я буду делать убавление, то есть провязывать в начале ряда 2 петли вместе и в конце ряда 2 петли вместе. Вот эти 25 сотых я перенесу на конец провязывания рукавчика, то есть до, скажем так, после провязывания 8 убавления я здесь посмотрю, сколько не хватает у меня до 19 сантиметров, до начала обвязывания вот этого
итога, скажем так, рукавчика. Я довяжу эти буквально там 2 или 3 ряда там останется. Вот, вот я их и довяжу. А затем уже начну обвязывать рукавчик платочной вязкой. И еще раз повторю, что на платочной вязке я убавление петелек не хочу делать. Поэтому я их распределила до момента обвязывания. То есть 21 сантиметр, где-то 21,5, если хотите, можете считать. Так как у нас 2,5 сантиметра обвязка, то вот эти вот, скажем так, целый рукавчик я отняла обвязку, и вот на этих петельках как раз таки их у меня в данном случае 50 рядочков по 35 петелек в итоге. От начала, скажем так, 51 петля я должна уменьшить до 35, а затем 35 я провяжу буквально несколько рядочков до начала обвязывания платочной вязкой. В общем, вам, исходя из вашей плотности вязания, сколько у вас петель, сколько рядочков в одном сантиметре, и определиться с итоговой шириной рукавчика, скажем так, которая у вас будет вот здесь вот на запястье, то вы уже смотрите, исходя из вашей плотности вязания и пряжи, сколько вам нужно, скажем так, делать убавлений и в каком ряду обязательно, через сколько рядочков вам нужно делать убавление для того, чтобы сделать его равномерным. То есть уменьшить рукавчик от, скажем так, реглана кокетки до самого запястья, сколько нужно сделать раз убавлений и насколько часто. Итак, вот исходя из вот таких вот расчетов, я буду начинать вязать рукавчик. Я переодела свою 51 петельку на 3 спицы, и четвертая у меня будет рабочая. Мне так более удобно. Хотите, можете использовать полностью набор чулочных спиц. И обязательно на краю оставляем где-то приблизительно порядка 15-20 сантиметров ниточки для того, чтобы потом сшить это отверстие для тех, кто вяжет в круговую. Если вы вяжете прямыми обратными рядами поворотными, то, соответственно, можете вот этот хвостик оставлять покороче, а затем просто будете сшивать, скажем так, ниточкой, которая у вас останется в итоге. Итак, сейчас первый ряд мы начинаем вязать. Я не закрепляю, обратите внимание, ниточку. Первый ряд начинаем вязать лицевыми петельками. И так как у меня рукавчик так и будет продолжаться лицевыми петельками, то есть лицевой гладью, я не буду, скажем так, никаких узоров делать на рукавчике. Мне хочется, чтобы он был такой ровный, гладенький, красивенький. И просто на краю я его обвяжу точно так же, как мы делали вот здесь вот, скажем так, в конце, вот такими вот 5 изнаночными рядочками, вот так вот. Или 10 рядами платочной вязки, как вам проще понимать. Итак, вяжем мы первый ряд вот так вот лицевыми петельками, пока не провяжем все 3 спицы. То есть пока не дойдем до нашей проймы с другой стороны. Я довязала третью спицу, и вместо того, чтобы разворачивать на изнаночную сторону, я продолжаю вязать в круговую. То есть я замыкаю вязание в круг и продолжаю вязать второй ряд. Это получается второй ряд. Сейчас у меня первая петля будет вытаскиваться буквально еще пару рядочков, но я ее буду подтягивать, и в самом конце вязания, уже когда буду сшивать отверстие, которое у нас вот останется под ручкой, тогда я этот хвостик хорошо подтяну. И смотрите, так как у нас при круговом вязании плотность уменьшается, то я предлагаю вам вязать немножечко послабее, то есть не затягивайте хорошо петельки, чтобы у вас ваше вязание, скажем так, поворотными рядами, которыми вы вязали всю кофту, не сильно отличалось от вот этого кругового вязания. Вот, поэтому рекомендую вам вязать по кругу. И для тех, кто вяжет, как я, на чулочных спицах, а не на леске, скажем так, то рекомендую вам, буквально провязав 2-3 ряда, сдвигать петельки на спицах. То есть каким образом? Смотрите, вы вот провязали, к примеру, я непроизвольно распределила петельки. Допустим, на одной я, к примеру, 20 набрала, на второй 15, на третьей оставшиеся петельки. То в каждом третьем где-то ряду, четвертом, я буду делать смещение, то есть периодически провязывать со второй больше, либо там с первой больше, а со второй меньше петель, для того, чтобы у нас не было, скажем так, в общем, зазорчиков таких вот растянутых петелек. То есть у нас будет при круговом вязании красивое
в общем, без зазора ряды. Итак, в общем, я продолжаю вязать второй ряд, вот так вот по кругу, заканчивая третьей спицы, третий, четвертый, пятый. А затем в шестом ряду я вам покажу, как я буду делать убавления в каждом шестом ряду. И если у вас, скажем так, как у меня, совпали цифры по вязанию рукавчика, то точно так же делайте, как я. Если у вас плотность со мной отличается, то есть разная плотность вязания, то, соответственно, вы уже, ориентируясь на свою плотность вязания, смотрите, в каком ряду вы делаете убавление. Я пока начала вязать третий ряд. И еще провяжу этот ряд до конца и два ряда. А затем буду в третьем ряду, в шестом от начала вязания, делать убавление. Связала я 5 рядочков. И в начале шестого ряда я сейчас провязываю за вторую петлю 2 петли вместе одной лицевой. То есть делаю первое убавление в начале ряда. Затем вяжу все петельки с первой спицы до конца лицевыми, со второй, а с третьей, то есть в конце этого ряда, не довязываю 2 последние петли. Провязав все петельки, не довязав 2 последние петли, мы вот так вот переснимаем их на правую спицу, одну петлю и вторую, и дальше, возвращая на левую спицу, нам нужно повернуть петельки. Смотрите, мы обратно одеваем, заводя за петлю, за дальнюю стеночку, переснимаем обратно. Вот так. Теперь, повернув 2 петли за дальнюю стеночку, мы должны связать из 2 петель одну лицевую, то есть сделать убавление в конце ряда. И теперь смотрите, что у нас получается. У нас получается, в этом ряду убавились петельки на 2. То есть мы провязали 2 первые петли и 2 последние петли. Причем 2 первые мы провязали с наклоном вправо, заводя за вторую петельку спицу. А в конце ряда мы связали 2 петельки с наклоном влево, переснимая за дальние 2 стеночки петельки. Мы связали лицевой за дальнюю стеночку для того, чтобы красиво повернуть нашу косичку и сделать, скажем так, красивое убавление. Вот так вот я буду вязать все, скажем так, 8 раз убавление. То есть сделаем мы таким образом, мы сделали 1 раз, и еще 7 раз вам нужно будет провязать 5 рядочков лицевыми петельками, то есть лицевой гладью, и в шестом ряду сделать убавление в начале и в конце ряда. И вот так вот мы убавим на 16 петелек наш рукавчик. Итак, вот мы провязали наших 8 раз по 2 петли убавлений. И у меня получилась длина рукавчика сейчас с внутренней стороны 18 сантиметров. Мне немножечко коротковато, буквально не хватает сантиметра. Поэтому я сейчас провяжу 2 ряда просто лицевыми петельками после последнего ряда убавления. И так как у нас обвязка состоит в платочной вязке чередования лицевых и изнаночных рядов, то я провяжу уже первый ряд платочной вязки. Всего от последнего убавления я сейчас провяжу 3 ряда, то есть 2 ряда для того, чтобы довязать длину рукавчика, и первый ряд лицевых петель платочной вязки. Я провязала 3 ряда без изменения, просто 35 наших петелек по кругу. И сейчас мы начинаем вязать изнаночные ряды. То есть сейчас получается, мы связали первый лицевой ряд нашей обвязки. Вот они, сделали мы 8 убавлений с каждой стороны. И сейчас мы, получается, начинаем вязать платочную вязку. Первый лицевой ряд мы связали. Соответственно, начинаем вязать второй ряд. Второй ряд у нас должен быть изнаночными петельками, так как чередование лицевых изнаночных рядочков. Вот, значит, второй ряд, все 35 петелек я по кругу вяжу изнаночными петлями. То есть вот такие вот делаю рубчики. Затем нам нужно будет связать третий ряд лицевыми петлями, четвертый ряд изнаночными петлями, пятый ряд лицевыми петлями, шестой ряд изнаночными петлями, седьмой ряд лицевыми петлями и восьмой ряд изнаночными петлями, девятый ряд лицевыми петлями и остановитесь. То есть сейчас, смотрите, я вяжу второй ряд платочной вязки, и затем нам просто нужно до 10 ряда, 9 включительно, лицевой ряд связать платочной вязкой. То есть просто продолжаете чередовать лицевой ряд лицевыми петлями, дальше изнаночный ряд изнаночными петлями, лицевой ряд, изнаночный. Так как я вяжу
по кругу, то я чередую вот так. Если вы вяжете поворотными рядами, как мы вязали с вами горловиночку, то нам нужно будет вязать в лицевых рядах лицевые петли и в изнаночных рядах лицевые петли, чтобы получалась платочная вязка, как мы обвязывали край кофточки. Вот сейчас я уже начала вязать третий ряд, он по чередованию лицевыми петельками. Дальше продолжу четвертый ряд изнаночными петлями и все четные ряды буду вязать также изнаночными петлями. Нечетные ряды лицевыми петельками. Связали 9 рядочков платочной вязки и на 10-м, получается, ряду, он у нас изнаночный, мы будем закрывать петельки. Вот, смотрите, наша внутренняя сторона рукавчика под ручкой. И вот как раз-таки с нее мы и начнем делать закрытие. Итак, первую петельку вяжем изнаночной, потому что по рисунку платочной вязки у нас сейчас изнаночный ряд. Следующую также вяжем изнаночной и перекидываем предыдущую изнаночную на следующую. Дальше опять вяжем изнаночную и на нее перекидываем предыдущую петельку. Изнаночная и на нее перекидываем. Изнаночная и на нее перекидываем. Так мы делаем закрытие петелек и одновременно провязываем изнаночный 10 ряд. То есть мы просто делали, получается, внизу кофточки, когда вязали, делали закрытие с изнаночной стороны, поэтому вязали лицевые петли, соответственно, делая постепенное закрытие. То так как сейчас у меня круговое вязание, то я буду вязать изнаночными петельками и делать закрытие. Вот я сейчас вам покажу снизу. Вот здесь мы вязали лицевые петельки и делали перекидывание. То сейчас мы должны вязать изнаночные петельки, так как по рисунку у нас изнаночный ряд. Откладываем спицу в сторону свободную и дальше продолжаем вязать изнаночные петли и перекидывать предыдущую петлю на последующую. Вот так. Я сейчас покажу более помедленнее. Вяжем изнаночную и предыдущую перекидываем на эту изнаночную. Снова изнаночная, перекидываем. Точно так же, как мы делали с лицевыми петельками в изнаночном ряду, так и делаем с изнаночными петельками в лицевом ряду. Закрываем вот так вот все 35 оставшиеся петелек. Да, закрывали петельки, и у нас получается вот такой красивый край рукавчика. Теперь ниточку можете отрезать. Оставляете краешек для того, чтобы спрятать вот этот кончик. Хотите, можете сделать из воздушной петельки, вот этой, которая осталась, две воздушные петли обычным крючком. И затем запрятать краешек. Хотите, можете вынять уже сейчас ниточку, отрезать и закрепить ее вот здесь, вот соединив косичку нашу. То есть для того, чтобы красиво спрятать. Второй рукавчик мы вяжем аналогичным образом. Он у нас вот так вот уменьшается. Вот. И нам лишь только остается вот здесь зашить наше получившееся отверстие под ручкой. То есть под нашей мышкой, можно так сказать. Вдеваем вот этот краешек ниточки в иголочку. И постепенно стежками, тайными стежками мы сшиваем вот это отверстие. Я думаю, что здесь тоже ничего сложного абсолютно нету. Хорошо, главное, подтяните, чтобы у вас не были растянутые петельки. И все, вот так вот стежками аккуратненько, можете с изнаночной стороны, можете с лицевой. Я думаю, что здесь все очень просто. Под второй ручкой у вас точно так же получится вот такое отверстие, тоже его сшиваете. Здесь уже, скажем так, не урок вязания, скорее, скажем так, урок шитья. Вот, поэтому просто осталось нам спрятать. И все, в принципе, наша кофточка практически готова. Вот так, буквально в 3 стежочка я и сшила нашу линию реглана. И она у меня совпала. У вас тоже должна совпасть. Вот так вот, буквально несколькими стежками. И теперь мне осталось лишь только вывести ниточку на изнаночную сторону, закрепить ее и спрятать. Вот так по итогу у нас выглядит готовый рукавчик. Посмотрите, все аккуратненько должно быть, красивенько. И благодаря тому, что мы вязали на чулочных спицах, у нас не получилось здесь шва. То есть, что с изнаночной стороны, что с лицевой стороны, посмотрите, получилось все аккуратно. Благодаря тому, что мы делали регланный вот здесь вот наш шовчик, то получается все аккуратненько, красивенько. А главное, мягко и безопасно, как для ребенка. Второй рукавчик у вас должен получиться абсолютно аналогичным. То есть вот с другой стороны.
точно так же все красивенько, все аккуратненько, благодаря тому, что мы поворачивали петельки. Посмотрите, получилась такая аккуратненькая елочка. Вот, как на мой взгляд, это, ну, скажем так, самый аккуратный и самый простой способ. Теперь осталось лишь только нам пришить петель напротив петелек пуговички на второй планочке. Вот так вот. Здесь у нас, вот смотрите, между вторым и третьим изнаночным рядом точно так же пришиваем между вторым и третьим изнаночным рядом. И также по всей планочке. Вот. И после того, как пришьете пуговички, можете намочить кофточку. Многие, конечно же, отпаривают, но, честно говоря, отпаривать я никогда не рекомендую, потому что может изделие деформироваться, и, скажем так, ваши труды и старания пройдут понапрасну. Вот такой красивый узорчик у нас в итоге получился. Как на мой взгляд, он вязался очень просто и в итоге выглядит довольно-таки симпатично. Я надеюсь, что вам все осталось понятно, было интересно. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались со мной. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!